Наши любители животных и птиц снова кому-то помогают. Помогают. На этот раз это ворон. Чем-то запачкал крылья. Вот ребята с мылом его отмывают. Держи теперь, а то мне сейчас опять хватит. Ну, держи. Вот. Баку не надо. Давай, 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 давай. Вот так вот. Принимает душ. Все, пошли. Куда вы пошли? Стеките его, стеките. Пусть течет. Потом ты его не достанешь ниоткуда. А куда все. Он залезет? Его вот теперь... сейчас он до станок залезет, мы его достанем. К батарее иди, к батарее. Там закрыта дверь-то хоть? Вот и сиди здесь в углу, понятно? Обтекай. Как ты докатился до жизни такой, а? Ну, ты куда залез? Ну все, отойди, то будет. Да что, пускай сидит. Нормально он себя чувствует. Новый обитатель. Вакансию забил. Сегодня 7-е, второй день проживания ворона в нашем колхозе. Он уже летает. Заволновался. Эти поранялся. Ну чего? Все, живой? Ой, нагадил-то, нагадил. Давай, сегодня тебя выпустим. Нечего, блин, тут. Что-то у него перо торчит. Сломали перо его. Так он его тащил. Тут сопротивлялся. Он тут все раскидал. Все кругом скачет. Все. Почему скоро? Накормишь его и полетит. Макс его туда загнали. Кто его загнал? Макс говорит, давай его туда выгоним. И пошел туда. Давай мясо давай. Все расти. Молодец. Вот залетал уже. Сейчас. Скоро, значит. Вот, открой ему форточку и все, и он улетит. Да? Не уронил. Ну какого хрена? Все мои фикусы помял. О, уже летаешь, молодец. Все, мясо давай ему сюда, на стол. Смотри, сейчас полетит. Ну, давай, залетай. Давай, поднимайся на шкаф. Давай. Ну. Подожди, Егор. Не ходи туда, не ходи туда. Вот там, вон там выходи. Давай, мясо мне. Все, он уже летает легко. Какой Кеша. Опа, ему в окно надо, видишь? Опа, он в окно уже хочет вылететь. Открывай форточку. Открыть форточку? Конечно. Я открою. Егорыч сам мясо съест. Что, мы запишем? Ну давай кусочек, сейчас попробую дать ему. Вот клевать таскать везде его, вот, а он проглотит сразу. Ты что, охренел, что ли? Ну давай, лети. Сейчас его тут. Он ходит там на земле. Где он? Он. Да не будет он у тебя есть из палки. Он, блин, боится, ты ему положи, и он съест. Да не будет он есть, а что ты? Оп, надо же. Оп. Кеш, на. Не буду есть, не буду. Будешь еще есть? Будешь? Следующий кусочек пошел. Не стесняйся, это халява. Это, на. Да. Говорит, я буду есть только здесь. Попробуй такой, да? Угу.
Подрать. Ну-ка, вон палочка тебе. Съел? Съел. Ням-ням-ням. Ничего, он уже не боится. Интервью дашь? Как звать ждет, тебе? Ждет меня, пока я ему подам. Да, он уже все, теперь ест только. Возьми интервью, раз это так сейчас называется. Да, его придется кормить с палочки. Давай, давай дальше. Скажи. А положим, он там сам съест. Да, это под Егорой. Главное, все вы едите, так он все съест. Нет. Он уже видит, что ему подают. Ему подают, и он ест. Сразу тянется уже, блин. Сразу же, да, сейчас и летать не сможет, обожрется. Все, говорит, пока не съест, так его не отпустит. А что с ним Егорыч? Да ничего, Егорыч просто... Ничего, лететь не мог. Да, да, да. А? Жрать хотел. Лететь не мог. Я иду, он взлетит на сантиметров, так, 10-20. Пролетит 2 метра и садится, пролетит 2 метра и садится. Да? Все, я. Лети, он ни хрена не хочет лететь. Че, развлекаем? Кормим. Ну что, он умный? Так он тебе в руки дался сам или ты его ловил? Сейчас он дал, он тебе в руки дал. Он, видишь как? На. На. Ну, бери. На. Бери давай, бери. Ну. Ты что гордый такой? Ну. Чего тебе? Потихоньку. Не, он не стал, отложил. Все, он нажрался. Он нажрался, он отложил. Нажрался, на еще. Отложил уже, говорит. Отложил? Да, он туда положил, вон там. Он там положил. Это ваш рев, нет? Да он возьмет опять. Сиди где? Ну ладно, конечно. Я и так, значит, посыпаюсь. А то маманя, маманя, блядь, да? Давай, открывай дверь. Папаня. Отпускаем птичку на волю. И вот так. Ну и что переживал, все. Борис, борис с ветром. Оп, сел. Все. Будешь скучать, Егорыч? Я с тобой, да,